Что это? Это кто? Всем привет! Вы на канале Мисс Элис, и сегодня мы будем распаковывать сюрпризы. Смотрите, какая у нас гора. И, кстати, смотрите, какие у меня красивенные косички. Кто подписан на меня в Инстаграме, тот уже знает. Да, тот уже знает, что Алиска была на море, заплела себе шикардосные косы, русые косы до пояса. Посмотрите, какие красивые. А еще у Алиски выпадают зубы. Вот, так что и шатается. Да, и второй еще шатается, так что скоро будем красивые. И, кстати, у нас новые сквиши. Ну, новые сквиши мы потом покажем. У нас новые сюрпризы, ребят. Смотрите, ну и не новые. Мы обещали в одном видео, что мы будем открывать, еще продолжать лолов. И вот сюрпризик лол новый. Ну, Алиска приехала с моря, у нас традиция, когда Алиска возвращается, надо обязательно открыть какие-нибудь прикольные сюрпризики, да? Да. Ну, чтобы было интересно, что там дома ждет? Угу. Да? Ну, давай, с чего начинаем? Открываем. Лол, конечно! Ну, давай. Это лол и маленькие сестрички, да, какие-то, да? Вот так выглядит сбоку, сзади. Вот так выглядит еще сбоку, и вот так выглядит еще сбоку. Ой, раздербанить надо коробку. Кому нравятся Алискины косички, ставим лайк. Да. И подписывайтесь, пока я раздербаниваю коробку. Опа. Так, и что ж там нам попалось? Шарик. Тут вот такой вот шарик. О, а что он такой большой? Не знаю. Большой тут... шарик с маленькими сестричками? Тут прилипалка будет. О, ничего себе. Вот какой он модный шарик. Ну, открываем. Давай, давай. Открывай замочек. А еще, ребят, у Алисы скоро день рождения. Да. Совсем-совсем. Скоро. Смотрите это видео. Через полторы недельки, да. Как всегда, такая же подсказка. Бомбочка с ракушечкой. Да. Розовый шарик. Почему-то два слоя. А тут циферка один нарисована. Ну, давай, открывай. И голову старших кукол. И тут лол написано. И вопросики. Вопросики. Не открывается. Открываем шар, не открывается. О, и все улетело. Что это? Это кто? Это кто? Смотрите, какая кукла. Да уж. Это просто кукла. Но она не похожа на лол. Прилипалка. Утенок прилипала. Что это вообще? Скажи мне, пожалуйста. Здесь одетая, вернее, нарисованная куколка. Это и не младшая сестричка, и не старшая сестричка. Это просто кто-то. И что, и сумочка? Какая-то синяя. Ну, сумочка, так ничего себе. Прилипалка тоже, да? Утка. Утка. Все? Тут еще вкладыш есть. Ну, если понятно, да, что... Смотреться, кстати, вкладыш из первой серии. Но она похожа на вот эту вот. Да? Да. А в прошлом видео она вот эту была похожа. В прошлом прям идентичная была, один в один такая. Да. Вот такая вот у нас кукла попалась. Я мечтаю, чтобы мне из настоящих попалась Neon Cutie. Вот такая девочка. С вами откроем новиночку Magical. Ух ты, у нас первый раз мы такой будем распаковывать. Бабочки, божьи коровки, мэджики. Они же цвет меняют? Ну, наверное. Прикольно. Проверять-то будем? Проверять? Да. Ну, давай. Поменять цвет, не поменять. Вот такой вот пакетик, он очень яркий. Классный пакетик. Там тут... есть коллекция сзади? Ну, да, вот так. А, вот они. Прикольные. Слушай, давай скорее открывать. И вот эта коллекция. А большая? Вот это да, действительно большая.
кого-то только нет. Ну, смотрите, какие они милахи. Должны быть прикольные. Ух ты, вот это классная. Давай скорее открывать. Мне интересно, кто нам попадется. Так, открываем. Как-то сложно. Так. Смотрите, какая! Ой, какая лапочка! Ой-ой-ой! Смотрите! Супер! Давайте ее скорее освободим. Будем освобождать. Не получается. Не получается? О, получается. Она пахнет резиной. Смотрите! Ой, супер, слушай. А можно еще вот так делать? Fly, 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 бабочка. Да? Полетела. У меня такой костюмчик. Но она классная, очень классная. Да, она очень милашная. А как ее зовут? Давай посмотрим. Давай. На вкладыши. Там еще книжечка, что ли? О, тут книжка. Смотрите, какая тут бабочка изображена. Да, настоящая. Да. Может, ее на большом вкладыше найти? Вот она. Нет, это сердечко. И машет. А у нас нет. Вот. Вот это, наверное. Да, Нора. Ее зовут Нора. Легко запомнить. Легко запомнить. Бабочка Нора. Угу. Классная, правда? Угу. Давайте откроем троллей. Давай, открываем пакетик троллей. Там самый крутой герой. Да что? Я увидела. Вот. Ха-ха! С волосиками, что ли? Да. Вот это здорово. Ну-ка покажи мне его. Где его моська? Улыбается. Классно. Если честно, мы первый раз откроем тролли на нашем канале. Да, вот такая вот игрушечка прикольная. Яркая, да? Да. И волосы настоящие. Здорово. А как его зовут, ты помнишь? Нет. Давай дальше открывай. Шопкинс. У нас какая-то новая интересная серия с путешествиями. Да. Интересно, что попалось. Давай откроем, посмотрим, кто там попался. Вдруг чемодан какой-то. Тут вот такой вот вкладыш. Это мне для домика. Я буду строить домики из вот таких вот, вот штучек. Да, у нас уже есть там, да? Да. Много. Да, но это не из такой серии. Башня прям какая-то. Да. Давайте посмотрим вкладыш. Вот такой здоровый вкладыш. Здесь так много всего. И машинки какие-то. И что там, коктейльчики, сумочки. Нам нужно прикольно. Купить машинки. Машинки, это вот которая новая серия там Шопкинсов, да, вышла? Да, я хочу машинки. Ну, найдем, купим. Давай смотреть пока, что у нас здесь в путешествиях попалось. О, классненько. О, это пальма. Да. Вот такая пальма, друзья, попалась. Это девочка, похоже, как с двумя хвостиками. Да. Да? А чтобы узнать, настоящий Шопкинс или подделка, если приглядеться, то вот такой вот значок тут есть. Да, буква «С» на попе. Да, значит настоящий. И он очень мягкий, смотрите. Классный. И можно его нацепить на карандаш, чтобы было веселее рисовать. Пальмы у нас еще не было. Да. А теперь самый классный наборчик. О, давай посмотрим. Это фили у нас есть. И здесь какие-то съемные хвосты. То есть ей и тут можно... пять в коллекции пони. Да, ей можно менять цвет хвоста, что ли? Да. Давайте уже открывать побыстрее. Вот, смотрите, какой хвостик. Классный на какой-то штучке такой. Да. Так, давай-ка теперь... Ой, и хвостик улетел. Теперь поняшку заставим. Я знаю, как у нее хвост снимается. Как? Выдирается? Сейчас разберемся. Покажи поняшку. Вот какая. Ой, какая красивая. С короной. У нее там камушек. Бриллиантик. Да. Шикарный.
и настоящие волосы. Да, и хвостик такой радужный, да? А что там еще в наборе? Расчесочка, да? Да, чтобы я и хвостик расчесывала. Так, расчесочка есть. Угу. Что там еще? Ой, упала. Так, колочка такая вот. Ой, какая мать пусенькая. Для монстров и для Барби тоже подходит. Два хвоста у меня. Короче говоря, это не съемные хвосты, а просто они добавляются. То есть вот на такую заколочку цепляется еще один цвет хвостика. Как сейчас конец, я вам покажу новый сквишев. Алиска очень хочет показать сквишев, который она купила на море, привезла с Адлера. И еще вот такую тетрадочку мы там купили. Это нам для записи разных видео идей. Обалдеть. Красивая, красивая тетрадочка. И, кстати, это... Там уже Алиса что-то написала, да? И нарисовала. Ну покажи. Ой, какая лапочка. Да на три кота похоже. Да. Да? Это карамелька. Похоже очень, заяц. Вот очень спереди похоже. Клево и сзади вот такая черепушка. Так, покажи скорее сквиша. Вот такой. Посмотрите, сквиш. Какой крутой. Он пахнет очень вкусно. Это мы к Хэллоуину готовимся уже, да, что ли? Ну, за два месяца-то. Мы будем снимать, кстати, на Хэллоуин тоже. Обязательно. Вот тыква у нас уже есть. Да. Давай другой показывай. Газировка. Газировка поп. Классно. И тут как настоящая. Да, ну это же сквиши. Они настолько реалистичны. Прям круто, да? И можно вот так. И попила. Да. Так, что там еще у тебя есть? Можно играть в Макдональдс. Картошка фри. Она слабо пахнет. Прикольно. Надо снимать челлендж игрушки против обычной еды. Да. Мы обязательно снимем. Так, и что там у нас еще? Хот-дог. Хот-дог. Точно надо снимать? Да. Очень крутые реалистичные сквиши. Алиса, ты что, голодная? Нет, он очень вкусно пахнет. Сосиской? Нет. Тогда невкусно. Да вкусно. И самый няшный. И последний сквиш. Это котик. Ну. Это котик Пончик. Котик Донатс. И у него дырка тут. Ты грызла уже. Сильно голодная была? Да. Всем пока и подписывайтесь на наш канал. И увидимся в новых роликах серии видео. Пока!